поменял масло в приморе передачи цепной. Вот. И сейчас хочу сделать контрольный замер уровня, какой он при залитом 950 мл туда масле. В общем, до этого задавался таким вопросом, как измерить, не сливая масло, измерить уровень. И нигде не нашел никаких значений, только небольшие ссылки, пару роликов на YouTube, где байкеры говорят, что вот эта часть диска, вот она, вот эта кромка, должна касаться масла на ровном месте. Так как диск смещен туда, вот эта кромка плохо видна. Ну, вот если присмотреться, так оно и есть. Касается именно этой части. Вот. Два способа померить. Либо от центра замерить туда чем угодно. Это будет 7 сантиметров. 7 сантиметров, там пару миллиметров. Либо прямо вот от этого края крышки замерить 1 дюйм, 2,5 сантиметра. Вот я загнул вот эти риски, которые здесь начинаются. Сейчас. Резкость идет. Вот, это ровно 1 дюйм от загнутой части. Уровень масла где-то вот в этом месте, где-то вот в этом месте уровень масла находится, где крышка начинается. Здесь есть отверстие небольшое, чтобы было удобно это сделать. И вот если опускаю я и смотрю на него, вот как раз до этих рисок. Это 1 дюйм. Было видно. Один дюйм.